Хейо, гайз, с вами Шинки, и мы продолжаем проходить игру под названием Тоза разыскивает. За прошлой серии мы одолели Сета. Ну, он, конечно же, сбежал, и теперь мы с вами находимся здесь. Ну, тут еще две двери. А, Хинденбирд. Вулкан Диска. Ничего себе. И мы попали с вами в Тазленд. Ну что, поехали. Ой, сначала посмотреть карту. Так, большое гнездо. Экскаватор, вулкан, ракеты, либо пуля, лесопилка. Хорошо. А меня немного приподняли. Стоило сюда лезть или нет? На этом что-то вижу. И детонатор вижу. Уга-уга-уга-га. Не-не-не, не хочу, чтобы меня дождик помочил, потом молнии ударил. О, отсылочка к Тарзану. Там, кажется, слон падает. Да, если оно что, это самая имбовая вещь. То, что даже направить не нужно на врага. Он автоматически начинает сдыхать. Так, давай, давай, давай. Ну, черт. Ну зачем ты поднимаешься? Не поднимайся. Воу-воу-воу. Но на это можно разогнаться. Ай. Зараза, всем. Ладно, а то можно забыть. В принципе, он там ничего такого... То, что мне нужно, не держит. Погнали сюда. Сыц. Я тебя понял. Держу в курсе. Готово. Зачем я сюда пришел? Блин, нос надоел. Течет, течет. Так, мне только наверх, да? Ууу, лошара. Больше тебе шансу не дам. Ну ты и лошарок. Так, хорошо, там обламывается. Тут тоже, походу, обламывается, нет? Нет. Так, ладно, на эту дровесину. Там вообще динамит. Готово. Давай, 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 давай. Вот это самое, помню, такой... А, жопа. Ну, камон. Хотя можно сделать так.
Теперь открывается вопрос, нахера я иду обратно. Чем я серьезно? Классно. У меня был шанс. Я его просрал. Ой, боже. Ждем, ждем, ждем. Давай, давай, давай. А там я, походу, не успеваю, да? Давай, я должен успеть. Ой, все, отлично. Сейчас пускай проедет и пойдем. Почему его вообще вот это звуки так? Пожалуйста, только не с самого начала. Не-не-не, тихо, обратно, обратно. Фу-фу-фу-фу. Поехали. Ну, если так, мне только идти в дальнюю сторону. Бля. Все, я успеваю. А там какие действия? Неужели? Неужели? Бдыщ! А где динамит, чтобы эту херь взорвать? Бэм! Тупой музыкальный инструмент. Сколько я на тебя времени потратил? Окей. Мне дают на выбор, да, куда идти? Don't move. Ну, я думаю, понятно, куда я пойду. А вы хотите сказать, там нихера нету, да? Окей. Зачем я тогда сюда поднимаюсь? Don't move. Куда мне идти? Ага, я выбрал херовый путь, походу. Ладно. Тогда сюда.
Тут нифига. И остается только сюда. Да? О, живые головы. Вот место не очень из приятных. Только мне нужно эту черную херь поломать. Чтобы ее поломать, тут есть где-то... Перец. Или типа того. Видите, оказывается, можно энергию набрать в закручивании и пронестись. А, это бинокль. Тихо. Сначала все уничтожаем. Так. Дальше. Все. Закручиваемся и в путь. Блин, я забыл еще один заюзать там снизу. Там снизу еще есть. Пидор. Пидиор. Давай. Да, давай ты будешь провисать. Я что-то об этом даже не подумал. Бля. Вон, птица с горящей жопой. Ой, в лесопилка вон. На той стороне лесопилка, вижу, дрова вон катится. Вулкан. Так, меня заметили. Нихера себе, птичка. Улетело яйцом. Это было легко. А, она и так сойдет. Так, теперь понять, где там мне нужно идти. Чтобы на ту сторону. Ясненько. Тут острова перца нету, да? Значит, только вниз. Так, да, только вниз. Thank you.
Давай быстрее, пока не потухло. Так, отлично. Поехали. Теперь ясно. Теперь ясно, что я буду сейчас тратить еще время. Это чтобы попасть мне на другую часть острова. Класс. Теперь я понял, зачем здесь была еще один крутящая вот эта херь. Готово. Все, я на второй части нашего развлекательного полигона. Don't move. Ай, ладно. Окей. Классненько. Что вы мне предлагаете, вернуться обратно? Ладно, здесь спрыгну. Чтобы и в самый низ хотя бы спрыгивать. Так, а хватит мне времени? Нет, не хватает мне времени. А что мне делать? Как мне сюда выбраться? Ладно. Значит, так не вариант, да? Плюс еще на этой стороне. Да хер соси. Все, выхожу, захожу, выхожу, быстро юзаю, захожу, выхожу, того юзаю. Next. Полетели. Как попрыгунчик юзается. У нас слон. Это чтобы наверняка, если вдруг снова будет приятель. Ёлки-палки. Так, вниз, 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 вниз. Detonation. Так, что у нас тут снизу? А, здесь это уга-уга. Ё-моё! Серьезно? А, я проходы открыл, здесь было, походу, завалено. Все. Тогда больше вопросов нету.
Так, у меня еще есть изжога, поэтому... Ой, упала. Так, в той стороне мы все посмотрели. Фигушки, я к тебе пойду. Хотя... Так уж и быть. Так уж и быть, заюзаю. Так, возвращаемся. Готово. Ой-ой-ой, не скользкие. Так, для чего сюда залетел? Don't move. Зачем я здесь? Теперь ясненько. Готово, знак уничтожен. Погнали вверх. Ау. Ау. Ч-ч-ч-ч. Ау. Ч-ч-ч-ч. Макукича. Но с Макукичами мы уже проходили это времечко. Давай, наручи. Да-да-да. Наручи, наручи. Главное, чтобы я, по-моему, отсюда смог выбраться. Ладно, одну оставлю. Don't move. Так и что мне делать? А, так все там... Стоять. Ага, вижу. Сейчас пойдем к бревнышкам. Так, ладно, юзаем на максималку. О, готово. Don't move. Так, это еще не лесопилка. Куда лесопилка, это тут, где я сейчас нахожусь, да? Ладненько, где еще у нас там были драл? Шестрей, шестрей, вниз. Теперь в эту сторону. Ага. Сейчас все сделаем. Ooh,
Бац, бац, бем, бум, бах. Плот тонет, плот тонет. А мне нужно как раз. Цучку, цучку, цучку. Она, если вот так. О, смотрите-ка. А можно ведь и так. Черт. Ладно, тогда по-старенькому. Так, обычная... Обычная древесина, тихо. Немного я приподниму, чтобы... Почему он фризит? За чего ты фризишь? Так, все, я залез. Костея. Так, добро пожаловать на лесопилку. Готово. Так, осталось найти выключатель для этой херовинки. Ясно. Классно. Ясно, классно. Ну за что? Ну за что таз? Боже. Хотя бы успел. Так, ладно. В воду прыгну сразу, чтобы не мучиться. Так, все, открылись. Да-да-да-да-да, я понял. Ой. Давай, давай, давай. Изи. Изи. Распилил. Попилил, распилил. И последний находится где-то вдалеке, там за кустами. Примерно. Ага, на другой стороне. Ля? Ля. Примерно я знаю, где это, поэтому поехали. Примерно я знаю, где это. Это на той вон стороне. Вот
То есть стороне, там где шипучки, там где макаки. Так, немного мимо. Так. Сначала мне нужно понять, где этот знак. Пойму, где знак, пойму, куда идти. Тихо. Так, все, я вижу, где знак. Хорошо. Так, осталось взять зажигательную херь. И все. Здесь вообще ничего сложного. А хотя нет, соврал. Хотя и соврал. Нужно все выпустить пока, чтобы время возобновить. Все, Стас, не злись. Так. Готово. Все открылись врата, как раз я тут около них. Да, давай каждый поешь. Хотя... Ладно. Так, заюзать. Ай-яй-яй. Мне что-то каждый раз подниматься. Давай. Поехали, Тасс. Тассленд. О, допрыгнул. Ладно, в принципе, я думаю, давайте в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.